Друзья! Привет, друзья! Вы на канале? Это Алис. Что мы будем делать? Это что? Это Олаф. Это Олаф. Это сюрпризы с Олафом. Валечка такие. Олаф, это сисенька. Что-то слышишь? Будем открывать сейчас. Что там у нас? Два яичка. Дайте-ка я покажу. У нас есть два вот таких вот яичка. Анна и Эльза из Фрозен. Да. И есть каких-то два вот таких вот сюрпризика. Один вот такой и второй вот такой. Из холодного сердца. Ну что, с чего мы начинаем? С яичка или сюрпризика? Давайте сначала яичко. Сначала яичко. Какой? Давай. Вот. А у меня это. Это такая трещотка. У меня вот это. Трещотка в одном была, а в другом вот такой вот брелочек. С Эльзой. Вот такие наклейки. Вот такой вот. Вот такие вот наклейки. Красивые. И вот такие дрожжешки, конфетки. Давай покажу. Такая трещотка. Ну-ка попробуй так покрутить сама. Получается у тебя? Да, вот так вот. Так, давай теперь пакетики. Подожди, сначала давай пакетики, а потом давай пакетики. Давайте, давайте сначала Алиса откроем. Смотри, вот. Подожди-ка. Ну-ка, что это, покажи-ка. Ух ты, это что, наклейки? Да. Да, это наклейки вот такие красивые с Анной и с Эльзой. И щёлки. И вот такие вот раскраски. Вот такой вот трафаретик здесь. Трафаретик, его нужно вот так вот. Смотри, Алис, когда достаешь, Алис, смотри. Можно обводить вот такие сердечки. А можно формы от сердечек обводить. Есть здесь Олаф трафаретик. Вот такой вот трафаретик Олафа. Ку-ку, Алис, я тебя вижу в дырочку. Смотри. Ку-ку. Вот такой Олаф. Да. И вот такие листики, чтобы раскрашивать. Вот, открываем второй мешочек. Да, да. Вот такие штуки, тампончики. Покажи, пожалуйста. Ну-ка, дай-ка посмотрю. А, вот такие вот печатки красивые. Подожди, я покажу тебе сейчас тоже дам. На-на-на-на-на. На, не вставай. Вот такая печатка с Олафом. Печать. И рисунки. Со снежинкой тоже есть. Вот такие рисунки, раскраски. А это что? А, это как раскраска. И вот здесь есть коробочка с розовой краской. Конечно, давайте попробуем. Попробуй на своем листике, Алис, один. Возьми один трафаретик. Макай в краску его, снежинку. Ага. И где-нибудь попробуй на бумажке сделать красивый отпечаток. Ну-ка, давай. Получается, смотри, снежинки получаются розовые. Ты видишь, Алис? А у меня снежинка. Ох, какая снежинка. Дай, пожалуйста, печатку сюда. Я попробую снежинку взять, Алис. Вот получаются такие рисуночки снежинок. Нет, Олаф. А со второй печатки получается вот такая вот, такой вот Олаф. Получилось. Получилось, конечно, снежинка. Отпечатки пальцев можно делать точно. Ну что, вам понравились сегодня сюрпризы? Да. Алис, понравилось тебе? Давайте скажем пока ребятам. Всем пока. Пока. И подписывайтесь на канал. А это Алис.